Аллея в честь женщин-ветеранов появилась сегодня у подножия Кургана Славы. Это часть акции «Беларусь помнит женское лицо победы». Ее инициировал Белорусский союз женщин. Глава объединения Марьяна Щеткина вместе с участницами женского мотоклуба посадили саженцы плакучей ивы. 10 молодых деревьев символизируют военный и трудовой подвиг женщин во время Великой Отечественной войны. Их история живет на страницах нового издания. Мы сейчас сделали очень хорошую выставку вместе с музеем Великой Отечественной войны «Женское лицо победы». И после ее проведения на базе музея мы теперь сделали еще передвижную выставку. И 4 мая мы впервые ее поставим около музея Великой Отечественной войны. Это выставка, которая пойдет по стране. Уже завтра представители Союза только в Минске ждут в гости 19 женщин-ветеранов Великой Отечественной войны.